Точнее, я уже на работе почти. Ой, ребята, какой снегопад, какая метель. Смотрите, что творится. Снег метет и метет. Вот вокруг жилых домов. Из дома вышла, ничего не чищено, ни снег не убран. Кое-как пробралась до остановки. А сейчас вот здесь, вот видите, прям снег метет, метет. Единственное, что скульптура снегу, видите, как выглядит оригинально. Вот так бы походить, поснимать. Их же тут много по парку. Вот Ленин в снегу. Интересно выглядит. Карл Маркс. Там дальше не знаю, кто. Хрущев, по-моему. Тут много их. Вот так бы походить, погулять, поснимать. Ну, во-первых, вон там Дзержинский. Я думала, что это мужик там так, на круглом таком столбе. Это Дзержинский, который с площади убрали, которого убрали с площади, с Лубянки. Это он вот здесь стоит у нас, в парке Музеон. Ну, в принципе, я так и думала. Я видела издалека. Думала, на Дзержинского похоже. А это он и есть. Скульптур тут очень много. Гуляют люди с собачками. Собака зимняя, хаски, хорошо в снегу смотрится, красиво. Так, надеюсь, машина сюда не повернет. Видите, как красиво. Это особенно вот эти скульптуры в снегу хорошо смотрятся. Мне нравится такая собачка, хаски. Такие оригинальные скульптуры в снегу. Собака такая прошла, красивая, хаски, моя любимая. Правда, не совсем моя любимая, она какая-то рыжая. Я серо-белых люблю. У нее даже глаза какие-то рыжие. О, единорог. Тут разные скульптуры. Здесь где-то и ангел есть. Ребята, мороз минус 15. Я, как всегда, стою без перчаток. В общем, побежала я. Извиняюсь за подробности. Уже в туалет хочется. Переодеться надо успеть и кофе попить. А, там, смотрите, голая баба в снегу сидит. Такая скульптура с ребенком. Ой, руки мерзнут, минус 15. Я уже зарекалась не снимать при минус 15. Вот видите, как для вас стараюсь, а вы не цените. Руки мерзнут, нос мерзнет. Я же налегке.
в одних штанишках шерстяных на голые, в одних брюках на голые ноги, причем без всяких колготок. Извиняюсь за подробности. Блузочка и джемперок тоненький в одном пуховичке. Я уже вся околела, пока от метро дошла. Хорошо, что пуховик теплый. Еще не так холодно. Ладно, ребята, убираю я телефон. Я уже пришла. Всем пока. Завтра доснимаю с утра свой завтрак и выложу видео. Вечером навряд ли буду снимать такой дубак. Еще вечером надо как-то до дома успеть добраться. По такому снегу непролазному. Сейчас все засыпет. В общем, всем пока. Всем доброе утро. Сегодня у нас 14 февраля. Что она тут заела? Не двигается. Вот. У меня сегодня выходной. Так что отдыхаем. Кофе. Ой, молока нет. Так. Молоко на балконе стоит. Моя вазочка. Ой, никак не нарадуюсь. Так нравится мне эта вазочка красивая. Ой, мандарины там еще есть, кажется. Да, еще купили. Только надо их помыть. Яблоки есть. Помидоры есть. Там даже авокадо лежит. Так, капуста. Так, что у нас там с погодой? Посмотрим сейчас. Так, на улице минус 14. Ну, по крайней мере, снегопад прекратился. Сегодня воскресенье. Дороги почищены, машин мало, практически нет. Наверное, все отдыхают после вчерашнего. Потому что вчера вообще завал был на улице снега. Возле подъездов вообще плохо, ну, возле нашего дома почистили. Когда с утра вышла на работу, вообще было невозможно пролезть. Потом к вечеру уже шла с работы, уже нормально было. Ну, сейчас вот дороги почищены, все нормально. Так, была мысль в кино сегодня пойти. Но столько, кругом столько снега. А если пойти в кинотеатр, в который через лес идти, я думаю, что через лес мы не пролезем, потому что там снега засыпано все. Конечно, можно пойти вдоль дороги, но там тоже не пройдешь, потому что там тоже все засыпано. А идти по дороге, где машина ездит, как-то не очень приятно. Там даже отскочить некуда. Будет какой-нибудь грузовик навстречу ехать. Поэтому мы, если пойдем в кино, то пойдем в другой кинотеатр, который через город надо идти. И то я сомневаюсь, что стоит туда идти, потому что снега намело просто очень много. Я так думаю, что
Он еще не везде почищен, этот снег. Вот эту детскую площадку всю замело в доме напротив. Никто ее не чистит. Когда был маленький снежочек, было немного снега, чистили каждый день. А вот сейчас уже дня 2-3 уже не чистят. Потому что ну, нереально просто пролезть туда даже. На следующей неделе должно еще похолодать. Сейчас минус до минус 15, а на следующей неделе будет днем до минус 20, а ночью минус 25-27. То есть еще похолодает градусов на 5. Но, по крайней мере, снегопад прекратится, уже не будет такого снега. Ну, будет холодно, но, по крайней мере, хотя бы снега не будет. Мне кажется, уж лучше мороз, чем минус 15, и вот такая метель. И такой мокрый снег противный, прям ветер вот этот. Идешь, прям в лицо метет. Вообще ужас. Ой, слава богу, ребята, отработала. Выходной у меня сегодня. Во вторник тоже отдыхаю. В среду работаю, так что все нормально, отдохну. У меня, кстати, еще елка не разобрана. Завтра у меня тоже выходной, кстати. Буду разбирать елку. Надо будет в квартире убраться. Может быть, в магазин схожу в ближайший, в Дикси. Далеко никуда завтра не пойду, не поеду. Мне пока ничего не нужно. Ну, в принципе, конечно, нужно. Но в такую погоду я даже из дома выходить не хочу. В крайнем случае, до ближайшего магазина. И все. А кофе, кажется. Жаль, корицы нет. Я немножко соли добавляю в кофе. Капелюшечку. Надо корицу купить. Нет у меня корицы и черного перца. В следующий раз пойду в магазин, надо купить обязательно. Так, все, кофе сварился. Пойду я на балкон за молоком. И можно будет пить кофеечек. Всем пока. Не скучайте, прощаюсь до завтра, до понедельника.